Вам что-нибудь нужно, Сэм? Я хочу вас кое о чем спросить. Роберт, взгляните на это фото. Вы не знаете, кто это может быть? Нет, я не знаю этого человека. Почему вы спрашиваете? Я нашел фотографию в старом крыле, она была разорвана и брошена в камин. Учитывая, что ее кто-то разорвал, можно предположить, что на ней не очень важный человек. Забудьте об этом. Я должен идти. Хорошо, а я вернусь к работе. Я хотел бы вас спросить кое о чем. Я слушаю, Сэм. Не взгляните на эту фотографию. Вы знаете этого человека? Да, я где-то уже видела его. Хотя нет, не совсем его. Что вы имеете в виду? Он был намного моложе, чем на этой фотографии. Но это был тот же человек. И кто же он? Вильям однажды привел сюда сироту и предложил ему еду и кров на несколько дней. Некоторое время он жил возле конюшни. Тихий, приятный мальчик. Вы помните, как его звали? Это было очень давно, мне не вспомнить. Он оставался с нами довольно долго, но потом в корне переменился. Как будто сошел с ума. После этого мы не могли позволить ему остаться. Его отвезли в Эшбури. Что с ним случилось потом? Я точно не знаю, как я уже говорила, это было очень давно. Роберт может помнить. Он принял этого мальчика как пациента. Я поговорю с ней позже, сейчас неподходящее время. В ее глазах застыла печаль. Я хочу задать вам вопрос. Я к вашим услугам, сэр. Взгляните на эту фотографию. Вы его знаете? Его лицо мне незнакомо, но я не очень хорошо запоминаю лица. Извините, сэр. Думаю, мне пора. Я вернусь к работе. Доктор, мы можем поговорить? Да, конечно. Вы когда-нибудь его видели? Нет. Я обязательно запомнил бы его, если видел бы.
Замок буквально окружен кустарником. Посмотрю поближе. Что-то застряло в ветках кустарника. Что это может быть? Что бы это ни было, оно, похоже, не закончено. Моррис? Да, сэр. Моррис, посмотрите на это. Знаете этого человека? Не думаю. Никогда его здесь не видел. Хорошо, спасибо. Что вы можете мне об этом рассказать? Посмотрим. Кусок камня с символами на нем. Наверное, очень старый. Больше ничего не могу сказать. Вы видели что-нибудь подобное? Может быть, в замке? Нет, видите ли, я редко бываю внутри. Мадам Виктория не любит видеть меня там. Вы не знаете никого, кто может об этом что-нибудь знать? Старая вещица. Может... Старый кровосос Мюррей что-нибудь знает? Он покупает и продает такие вещи. Иногда к нему приходят люди издалека, чтобы посмотреть его барахло. Бог его знает, откуда он это берет. Спасибо, я обязательно схожу к нему. Рад помочь, сэр. Тогда я пойду. Хорошо, сэр. Мне нужно поговорить с вами, Роберт. Конечно. Почему Виктория не любит Морриса? Вы имеете в виду, почему она его терпеть не может? Ну, может, потому что он такой неотесанный. Аристократические предрассудки, вы знаете, что я имею в виду. Я не вникаю в эту бессмыслицу о голубой крови. А вот у Виктории свое собственное мнение. Я показал Виктории фотографию, о которой мы вчера говорили. Она сказала, что знала его. Он некоторое время жил возле замка. Вы уверены, что не знаете его? Дайте мне еще раз взглянуть на фотографию. Я точно не уверен, но он напоминает мне одного из моих пациентов. Возможно, это он. Я не знаю, откуда могла появиться эта фотография, хотя... Может быть, как-нибудь узнаем. Кто мог принести фотографию какого-то сумасшедшего в замок? И зачем? Я должен идти. Хорошо. Приходите в любое время, если вам что-нибудь понадобится, Сэм. Я хочу с вами поговорить. Могу я отвлечь вас на минутку? Я с удовольствием поговорю с вами. Посмотрите на этот каменный фрагмент. Он вам о чем-нибудь говорит? Нет, я бы не сказала. Хотя я видела нечто подобное на столе Вильяма. Он очень аккуратно обращался с этой штукой. Только я не знаю, что в ней такого особенного. Он никогда об этом не говорил.
Я оставлю ее в покое. Я поговорю. Бейтс. Да, сэр. Я нашел это в том месте, куда вы меня привели. Вы говорите, сэр Вильям? Да, я уверен, это прольет свет на то, что произошло. Я не такой оптимист, как вы, сэр. Возможно, вы должны передать это детективу Колье. Бейтс. Эта вещь может помочь обнаружить что-то новое. Я знаю только одно, сэр. Сэр Вильям мертв. И этого уже никому не изменить. Похоже, вы не верите, что это было самоубийство или несчастный случай. Я знал сэра Уильяма слишком хорошо, чтобы в это поверить. Свое мнение по делу я уже высказал. Я могу идти, сэр? Вы удивляете меня, Бейтс. Извините, сэр. Поговорите с Генри. Он в тот вечер работал в саду. Возможно, он знает больше меня. Мне кажется, Бейтс знает что-то, о чем не хочет говорить. Но зачем ему это? Нет, я не уверен. Думаю, мне пора. Я вернусь к работе. Герман обещал, что его посыльный доставит пакет Уильяма ко входу ровно в 7 часов. Я хотел поговорить с вами. Конечно, сэр, я слушаю. Генри, вы узнаете человека на этой фотографии? Вы его когда-нибудь видели? Нет, сэр, по-моему, нет. Кто он? Я должен его знать? Нет, наверное, нет. Я просто хотел узнать, не встречались ли вы с ним. Нет, сэр. Взгляните на это. Я нашел это в старой башне. Зачем вы это мне показываете, сэр? Я показал это Бейтсу, и он посоветовал мне поговорить с вами. Вы знаете об этом что-нибудь? Я? Нет. Я никогда не видел ничего подобного. Еще он сказал, что вы в тот день подстригали деревья. Да, это так, но я не имею никакого отношения к этой вещи. Успокойтесь, только расскажите мне, что вы о ней знаете. Хорошо, но вы должны мне пообещать, что не расскажете мадам. Я не хочу потерять работу. Конечно, начинайте. Я не знаю, что это такое, но я нашел похожий предмет возле того места. Он у вас? Нет, видите ли, мне пришлось его заложить. Я был на мели. Заложить? Не похоже, что он чего-то стоит. Ну, может, тот, что у вас в руке, и не стоит. Но в том, что нашел я, был красивейший камень. Мне кажется, рубин. И где вы его заложили?
У старого Мюррея, где же еще? Хорошо, что вы мне это сказали, пока еще есть время. Дайте мне свою закладную, и я выкуплю его. Но у меня ее нет, я не знаю, куда дел ее. Генри, это очень важно, попытайтесь вспомнить. Я понятия не имею, где она может быть. Но вы не забудете о своем обещании, не так ли? Это останется между нами, да, сэр? Посмотрим. Генри, давайте вернемся к закладной. Я знал, что вы о ней спросите, но поверьте мне, сэр, у меня ее нет. Вам нужны были деньги, поэтому вы удачно потеряли закладную? Ну да. Мне нужны были деньги, но не закладная. Я действительно не собирался забирать эту вещь. Кто-нибудь мог поинтересоваться, где я ее взял, и я мог потерять работу. Вы ее точно потеряете, если не отдадите мне эту закладную? Но у меня ее нет. Вы обещали, что это останется между нами. Генри, вы должны понять, что это очень важно. Советую вам отдать мне эту закладную. Я бы сразу ее вам отдал, сэр. Ладно, я не верю ни единому его слову. Вы не забыли о фонтане, Генри? Нет, сэр, но у меня есть другая работа. Я займусь им, как только закончу здесь. Хорошо. Я оставлю вас. Писем нет. Я рад снова видеть это место. Уильям часто брал меня сюда, когда я был еще маленьким мальчиком. Ну ладно, это было так давно, но я помню это так четко, будто это было вчера утром. Действительно, сколько лет я здесь не был. Должно быть, ему сотни лет. С
ступеньки для спуска к лодкам. Перейти реку легче по мосту. Здесь очень грязно. Заперты. Сегодняшнее меню: косуля со сливками, лопатка дикого кабана. Жена Гарри всегда хорошо готовила. Сколько раз я видел этот знак? Я не уверен. Он полон грязной воды. Может быть, Гарри ставит его под водосток, когда идет дождь. Чистые полотенца из кухни. Привет, как тебя зовут? Я вам не скажу. Я не должен разговаривать с незнакомцами. Мама запретила мне. А ты мне скажешь свое имя, если я скажу свое? Нет, я вас не знаю. А у вас есть конфеты или шоколадка? Будешь конфеты? Конечно. Они шоколадные? Я не знаю. Меня зовут Сэм Гордон. А ты скажешь мне свое имя? Ну, почему бы и нет? Меня зовут Вик. Я здесь очень давно не был. Здесь вообще происходит что-нибудь интересное? Наверное, нет. Здесь почти ничего не происходит. Эта деревня вообще ужасно скучная. Понимаю. Могу я опять пойти поиграть? Конечно. Осторожнее с окнами. Хорошо, не волнуйтесь. Вик, ты когда-нибудь видел человека на этой фотографии? Дайте посмотреть. Не, по-моему, нет. Но такого бы я точно запомнил. Выглядит полным идиотом. А почему вы его ищете, Сэм? Это ваш родственник? Следи за своим языком. Да ладно, я просто пошутил. Пусто. Доброе утро. Здравствуйте, сэр. Меня здесь давно не было. Что вы можете рассказать об имении? Ну, я даже не знаю, с чего начать. В общем, здесь немного новостей. Подождите, я вас где-то видел. Мы не встречались на зимних праздниках? Нет, не думаю. Но я вас знаю. Я хорошо запоминаю лица. А как насчет прошлого месяца? Праздник сбора винограда, а? Слушайте, я... Да-да, я знаю, вы, наверное, мне что-то должны и расстроились, что я вас узнал, да? Я вам ничего не должен, Гарри. Вы сказали... Гарри? Том, этот молодой человек называет меня Гарри. Но говорит, что не знает меня. Не позволяйте ему надоедать вам, сэр. Он пристает с этим к приезжим всю свою жизнь. Я просто... У вас проблема с тем, что я хочу получить обратно свои деньги? Не было бы никаких, если бы ты не придумывал эти долги. Ба, уж чья бы корова мычала, Том. Тебе показать твой счет за прошлый месяц? Ладно, ладно, успокойся. Я просто заступился за этого молодого человека, потому что он не знает твоих дурацких шуток. Ладно, с меня достаточно. Еще одно слово, и ты не получишь в долг даже стакан воды. Или даже знаешь что? Я тебе больше не налью, пока ты не оплатишь весь свой долг. Да ладно, Гарри, не будь таким мелочным. Послушайте, если вы дадите мне закончить, я скажу, кто я. Звучит хорошо. Я слушаю.
Я Сэм Гордон, сын Рэндала Гордона, владельца «Черного зеркала». Почему вы не сказали это сразу? Я пытался, но вы мне толком ничего не дали сказать. Это меняет дело. Гордонам тут всегда рады. Что вам подать? Сегодня у нас в меню копченая оленина и хорошее крепкое пиво. Нет, спасибо. Может, позже. Хотя я хочу задать вам несколько вопросов. Давайте. Гарри, что нового в деревне? Особых новостей нет. Как это понимать? Ну, я слышу много слухов, но ничего стоящего. Видите ли, мы все друг друга знаем, поэтому ничего интересного не происходит. Может, теперь это изменится? Ну да, я вас позову, когда в этом захолустье что-нибудь изменится. Гарри, до какого времени вы открыты? Ну, обычно до поздней ночи. Видите ли, я мало сплю, а когда я ничего не делаю, мне становится скучно. Но не очень много людей приходит так поздно. Я обычно играю в карты с Томом, либо в шахматы с самим собой. О, вы играете в шахматы? Я бы сказал, что я научился играть во время этих длинных ночей. Давайте как-нибудь сыграем. Конечно. Я помню, как Уильям приводил меня сюда. Да, я тоже. Знаете, он был серьезным игроком в покер. Ему очень везло в карты. Он нас полностью обчищал, но потом все возвращал. Да, он был хорошим парнем. Жалко, что он перестал сюда ходить. Почему? Кто знает. У нас были дружеские отношения, но за последние полгода он тут ни разу не появился. Ну, это не маленькое расстояние для его возраста. Нет, я бы не сказал, что это причина. Вильям всегда был крепким старичком. Хотя я вам кое-что скажу. Говорят, он даже не выходил из замка, а наоборот, заперся в старой башне, чтобы изучать какие-то старые бумаги и другую чепуху. Где вы это услышали? Ну, я же говорил вам, иногда до меня доходят слухи. Что еще вы слышали? Ничего. Но, может, Марк что-нибудь знает? Он раньше подрабатывал в замке? Где мне его найти? Обычно в это время он уже приходит, поэтому, скорее всего, сегодня его не будет. Ладно, спрошу его в другой раз. Как будто Уильям что-то скрывал. Я должен больше узнать о последних месяцах его жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вы тут сидите? Наверное, несколько часов, а что? Пожалуй, это мой способ здороваться. А, понятно. Я тут уже 2 или 3 часа. Мне сегодня нечего делать. Почему бы вам не присесть? Нет, спасибо, может, в другой раз. Как долго вы должны деньги Гарри? Это не ваше дело. Или вы хотите заплатить за меня? А стоит? Ну, я услышал ваш разговор о старом сэре Вильяме. А вы знаете что-то, что может меня заинтересовать? Может, да, может, нет. Вы знаете, моя память затуманивается. Может, это из-за жажды? О, я понимаю. Я знаю, к чему он клонит. Я оплачу его долг и потом спрошу еще раз. Не передумали насчет ужина? Моя Мэри отлично готовит, все здесь подтвердят. Я вам верю, но я просто не голоден. Просто хочу задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Вы не передумаете насчет долга Тома? Знаете, это частично моя вина. Я бы с удовольствием, но тогда он не заплатит за следующий месяц. Кто не работает, тот не пьет. Ну, доля правды в этом есть. Я решил оплатить долг Тома. Но зачем вам это надо, мистер Гордон? Просто прихоть. Сколько он должен? Ладно, как хотите. 17 фунтов. Хорошо, вот. Ну, я понятия не имею, что он вам пообещал, но лучше не верьте ему. Это не ваше дело. И как сейчас счет? 0. Хорошо. Что вы от меня хотите? Я просто хотел спросить кое о чем. Хорошо.
Я сделал, что вы просили. Теперь ваша очередь. Да, я слышал ваш разговор. Видимо, вы сделали мне одолжение. Так что вы знаете о Вильяме? Я скажу вам то, что слышал, не более и не менее. Я слушаю. Люди говорят, что время от времени он ходил по ночам в дом священника. И все? Что странного в том, что он ходил в церковь? Ничего особенного. Если бы это не было далеко за полночь. Да, это действительно странно. Просто поговорите с могильщиком или священником, они оба его видели. Но не упоминайте меня, если решите к ним сходить. Им не нужно знать, что я вам что-то говорил. Спасибо. Мне нужно поговорить с Марком, вы, наверное, знакомы? Да, мы знакомы много лет, но его сегодня нет. Вы не знаете, где он работает? Я хочу с ним встретиться. Марк работает только когда ему нужно, у него нет постоянной работы. Но посмотрите, у старика Мюррея или Германа, он время от времени подрабатывает у них. Как дела? Вроде нормально. Почему бы вам не подсесть? У меня мало времени, может, в другой раз? Ладно, я привык пить в одиночестве. Скажите мне, в деревне происходит что-нибудь интересное? Здесь? Нет. Более того, я не помню, чтобы здесь когда-либо что-нибудь интересное происходило. В Лозовой заводе никогда ничего не меняется. Я видел рыбака на берегу по дороге сюда. Вы его знаете? Старого Джима? Конечно, я его знаю. Он мой дядя по матери. Он там все время сидит и рыбачит? По-моему, он сидит там целый день. Да, он самый терпеливый человек, которого я знаю. Он сидит на этой пристани часами. Вы знаете, я бы не вытерпел даже часа. Есть новости, Гарри? Ничего особенного. Я приду позже. В любое время, мистер Гордон. Рекламный плакат. Старый рыбный магазин. Я помню, когда умер старый мистер Фентон, не нашлось никого, кто бы позаботился о рыбном магазине. Не знаю, что там сейчас, меня это не интересует. Без 10:02. Неверное время. Они, наверное, вообще не работают. Здесь жил Дэйвсон, друг и адвокат Уильяма. Он переехал отсюда задолго до смерти Кэтрин. Он всегда говорил, что ему нечего здесь делать в качестве адвоката. Поселился со своей семьей в Баркли. С тех пор я о нем ничего не слышал. Частный дом. Никто не отвечает. В борту есть несколько маленьких пробоин. Похоже, ей больше никто не пользуется. Разные вещи. Фарфоровые статуэтки, золотые часы, брошки. В основном безделушки. Старые картонные коробки сырые от дождя. Сюда, вероятно, Мюррей выбрасывает то, что ему больше не нужно.
Мюррей продает и покупает все, что может принести выгоду. Дверь заперта. Записка, которая гласит: «Я скоро вернусь, Мюррей». Но кто знает, может, она лежит здесь уже целую неделю. Я еще не ухожу. Я еще не ухожу. Понятия не имею о том, кто теперь живет в доме Дэйвсона. Дверь заперта. Вик, ты сегодня не видел Мюррея? Его ломбард закрыт. Почему меня должен волновать его ломбард? А что случилось? Этот старик не любит, когда я околачиваюсь возле его ломбарда. Или скорее около этих стеклянных витрин. Понятия не имею, в чем проблема. Я догадываюсь. Хотя я видел, как утром он уходил. Не знаешь, когда он вернется? Судя по тому, как он нарядился... Он собирался в город, так что, скорее всего, его не будет до завтра. Ой! Что это было? Что здесь происходит? Мяч? Вик, я знаю, что это сделал ты, и что ты меня слышишь. Подожди, я тебя поймаю. Я тебя изобью до полусмерти. Проклятие! Теперь придется убирать этот бардак. Я думаю, Вик здесь не скоро появится. Извините, можно с вами поговорить? Конечно, молодой человек. Как сегодня дела? Надеюсь, сегодня я поймаю громадную рыбину. Если бы только пошел дождь. Для клёва? Что-нибудь уже поймали? Ничего. Вчера мне везло намного больше. Рыба поумнела, не хочет выходить из воды. Я не удивлен. Ха-ха! Мне недавно попалась на крючок очень большая, но в последнюю секунду умудрилась сорваться. Я ее дотянул до причала, но потом она перекусила леску. Самые большие, старые, очень коварные. Они запутывают леску в корягах над ней и ждут, пока ты сам ее не перережешь. А почему вы не рыбачите ниже по течению? Моя плоскодонка сильно протекает. К тому же мне больше нравится ловить рыбу здесь. Как дела? Остановились поговорить? Я хочу задать вам вопрос. Мне нужно кое-что в ломбарде на другом берегу, но он закрыт. Да, может быть. Вы не знаете, когда Мюррей откроет свой ломбард? Нет, не знаю. Меня не интересует, что он делает. Удачи вам, мне пора идти. Спасибо. Надеюсь, скоро пойдет дождь. Я не знаю, кто там живет.
Что вам угодно, сэр? Я хочу спросить вас кое о чем. Конечно, давайте. Я был возле ломбарда. Он когда-нибудь бывает открыт? Конечно, старик Мюррей никогда не закрывает свой ломбард просто так. Ему, наверное, нужно было уйти. Без сомнения, по каким-то своим делам. Вы не очень хорошо о нем говорите. Немногие о нем хорошо говорят. Все знают, что он старый мошенник. Единственное, что его волнует, как бы побольше заработать в своем проклятом ломбарде. А чего вы ожидали от старого скряги? Здравствуйте, сэр. Не присядете? Нет, я не могу, может, в другой раз. Ладно, я привык пить в одиночестве. Тогда увидимся позже. Увидимся. Есть новости, Гарри? Ничего особенного. Я приду позже. В любое время, мистер Гордон. Крышки крепко закрыты. Они полны пива. Стирка. Поломаны. Мне незачем заходить. Может быть, никого нет дома? Ломбард закрыт. Здесь нет ничего интересного. Приход Вормхилла. Главный вход закрыт и открывается только по воскресеньям. Мне придется воспользоваться боковым входом. Церковь закрыта. Добрый день. А вы не могли бы уделить мне несколько минут? Я никогда никуда не тороплюсь, в отличие от всех остальных. Я бы хотел узнать кое-что об этой церкви и кладбище. И я думаю, вы тот, кто мне нужен. Возможно. Я помогаю отцу Фредерику уже много лет. Знаю имена на всех могилах. Что вы хотите знать? Скажите мне, сколько лет этому приходу? Никто точно не знает, но это кладбище и церковь намного старше, чем что-либо в округе. Когда-то очень давно здесь хоронили еретиков. Говорят, что под кладбищем есть система коридоров, по которым бродят души невинных и ищут выход. Знаете, я многое видел за эти годы, но... Что? Это было довольно давно, несколько лет назад.
Я услышал вдалеке что-то похожее на голос ребенка. Он жаловался и пел. Поначалу я подумал, что мне это почудилось. Но потом я не смог сдержать свое любопытство и вышел на улицу, чтобы посмотреть. Я пошел на голос. Но чем ближе я подходил, тем тише становился голос. Может, это просто недалеко играл ребенок? В 2 часа ночи? Я так не думаю. К тому же, посмотрите, здесь очень много могил. Ну, а теперь это в прошлом. Я не знаю, что это было, и не хочу знать. Даже не знаю, зачем я вам это рассказываю. Вы слышали этот голос или что-нибудь подобное еще раз? Я уже рассказал вам достаточно. Никому не говорите об этом. Я не хочу выглядеть старым дураком. Вы сказали, что знаете отца Фредерика много лет. Что вы можете мне сказать о нем? Отец Фредерик – лучший человек, которого я знаю. Он взял меня к себе, когда я осиротел, и вырастил как сына. За это я буду благодарен ему всю жизнь. И буду помогать, пока я в состоянии. Но если вы хотите поговорить с ним, вам придется подождать, пока он не вернется из соседнего поместья. Хорошо, спасибо. Скажите мне, как вас зовут? Меня? Никто не называет меня иначе, как могильщик. Могильщик отца Фредерика. И мне все равно, что вы думаете об этом. По крайней мере, это правда. А вы Гордон, да? Да, Сэм Гордон. Так вы внук старого мистера Вильяма? Да. Я видел вас на похоронах. Наверняка. Вы знали Уильяма? Нет, лично не знал. Хотя я его видел время от времени, он приходил в церковь. Как часто? Не очень часто. Но когда он приходил, то всегда спешил. Как будто знал, что у него осталось мало времени. Он когда-нибудь разговаривал с вами? Нет, я же говорил вам, я его не знал. Но он разговаривал с отцом Фредериком, да? Вам придется самому это спросить. Спрошу, спасибо. Я слышал, что вы иногда видели Уильяма, приходящего ночью в дом священника. Это правда? Кто вам это сказал? Это не важно. Так это правда? Я не хочу говорить об этом. Я не ищу проблем. Что бы вы ни сказали, мне это останется между нами. Не то чтобы я начал вам доверять, но так как вы Гордон, я скажу вам то, что видел. Все, кто знал старого сэра Вильяма, считали, что он немного сумасшедший. Не обижайтесь. И позже, когда он перестал общаться с людьми, поплыли слухи. Я вам это говорю, чтобы вы не подумали, что я придумал то, что скажу вам дальше. Продолжайте. Первый раз я увидел его тут примерно 1.5 года назад. Я был в своем домике и уже собирался ложиться спать. Я увидел свет. Кто-то шел к церкви. За 20 лет, что я тут работаю, никто никогда не приходил так поздно. Поэтому я вышел, чтобы посмотреть, что происходит. Я увидел фигуру в темной одежде, идущую между могилами. Незнакомец что-то искал. Его голова была опущена вниз, к земле. Это был Уильям? В тот момент я понятия не имел, кто это. В темноте я не видел его лица. Он провел там около 20 минут, шагая по кругу и что-то приговаривая. Что он говорил? Я наблюдал за ним издалека. Ничего не было слышно. И что произошло потом? Дверь церкви открылась, и он сразу же пошел к ней. Я осторожно пошел за ним. В двери стоял отец Фредерик. Было такое впечатление, что он ждал его. Тогда я понял, что это сэр Вильям. Я подошел поближе и узнал его голос. Он и отец Фредерик долго говорили. Сэр Вильям почти все время энергично размахивал руками. Потом они наконец-то зашли внутрь. Это все, что я видел. Вы знаете что-нибудь еще? Я никогда не сую свой нос в чужие дела. Спасибо, что рассказали мне это. Я рассказал это вам только потому, что вы внук сэра Вильяма. Теперь оставьте меня в покое.
Мне нужно закончить работу. Почему Уильям встречался с отцом Фредериком посреди ночи? Могу я зайти в церковь? Вы должны подождать, пока вернется отец Фредерик. До тех пор церковь будет закрыта. Но вы ее можете открыть, не так ли? Это не имеет значения. Она останется закрытой. Так приказал отец Фредерик. Эти могилы полностью заросли. Вырезанные на камне имена невозможно разобрать. Один из склепов нашей семьи. Я даже не знаю, кто в нем похоронен. Уильям навсегда упокоится в этой холодной могиле. Я узнаю правду, даже если мне придется пройти для этого все круги ада. Могила Джереми Гордона. Церковь закрыта.